Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре, матч Южная Корея против сборной Ганы. Обязательно пишите в комментариях ваши прогнозы на эту игру, интересно будет потом почитать. Разбираем игру этих двух сборных в первом туре. Сборная Южной Кореи вырвала ничеечку со сборной Уругвая. Там даже по матчу контролировала ход событий и просто вот два каких-то, ну, казалось бы, топовых момента за матч было за хоть и сборную Уругвая, но все же мне лично по игре очень понравилась именно вот азиатская сборная. По поводу сборной Ганы очень хорошую борьбу навязали сборные Португалии, но там уже все-таки какой-то вот дух. Наверное, Криштиану Роналдо, хоть его и заменили уже в этот момент, не знаю, вот Иньяки Уильямс бы забил еще в этом моменте, когда Диого Кошта не смог запомнить, что сзади него находится Иньяки Уильямс. Но вот, подскользнувшись, нападающий сборной Ганы не смог забить, сравнять счет, поэтому проиграли они португальцам. Ну а здесь уже по ходу первого тайма сборная Ганы забивает, увеличивая для себя вот это вот преимущество с 0 до 0-1. Но вот мы видим, как Южная Корея до самого конца играет. Естественно, бросать ни в коем случае нельзя, потому что, ну, друзья, чемпионат мира. И здесь нужно играть, как в последний раз. Кудус и Хванг Уй Жо забили по голу и уходят на перерыв, чтобы разобрать быстренько, вкратце, игру своих соперников, где-то, может быть, свою игру исправить, потому что остается не так уж много времени, а побеждать нужно. Потому что, глядя, в какой форме сейчас находится сборная Уругвая, можно попытаться и выйти в плей-офф вместе со сборной Португалии. И вот забивает сборная Ганы хороший гол, и снова Кудус. 86-я минута. Игрок амстердамского Аякса забивает, увеличивая отрыв от сборной Кореи и снова выводя сборную Ганы вперед. Поэтому победа сборной Ганы 2-1. На этом, друзья, все. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.